Последний звонок прошел в гимназии номер 17 Магадана. В этом году общеобразовательное учреждение выпускает учеников 27-й раз. На торжественном вечере поздравили первых учителей и наставников-выпускников. На мероприятии отметили всех работников школы, которые участвовали в воспитании детей. Слова благодарности ученикам передала директор гимназии Татьяна Шмонина. Педагоги английской гимназии поздравили ребят с окончанием учебы. У каждого из вас много связано с гимназией. И пусть в вашей памяти останутся только светлые воспоминания. Дорогие ребята, вам, наверное, казалось, что 11 лет – это очень много и очень долго. Это бесконечность. И все еще впереди. Но вот как-то неожиданно пришел конец школьным годам. И вы со страхом, наверное, кто-то смотрите в свое будущее. Ну, при поддержке ваших родителей, ваших педагогов, у вас все сложится удачно. Поздравили ребят их первые учителя. Педагоги подготовили душевные поздравления с теплыми обращениями к выпускникам. Мои ученики, наверное, в этом поздно признаваться. Когда пора, приходит расставаться, когда звенят последние звонки. Поздравили учеников и учителей родителей виновников торжества. Они подготовили праздничный номер с видеопрезентацией. Теперь впереди у ребят ЕГЭ. Педагоги и родители пожелали выпускникам успехов в сдаче экзаменов и удачного окончания гимназии.